лаборатории чокнутого профессора. Смотрите, как прикольно. Ага, нормально? Грязно. Ребят, прикол в том, что если держишь одной рукой шар, то другой рукой ты можешь ударить кого-то током. Я тебе! Вот. Ребята, внутри лабиринта есть ключик маленький, и магнитом его нужно протянуть к выходу для того, чтобы открыть сундучок и посмотреть, что же в этом сундуке. Есть. Тиши, да, не вижу, понравилось. Есть. А, нет, надо сюда. Это просто. Вот сюда. Вполне. Есть. Тиша, открывай. Ключики. Открывай сундучок. Так, а что в этом сундуке? Пусто. Сейчас я лягу на эту кровать и опущу рычаг. Тихо. Тогда не выдай кучу гвоздей. Тань, тебе не больно? Да нормально, ты. Дай, дай тебе. Это как тренажер тоже, можно качаться. Прикол в том, что Дане абсолютно не больно, оно как массаж. Как так? Я не понимаю. Boom, 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 boom
вода течет. Если вот это вот так вот разрушить, тогда водой вода соединяется. Да, соединяется. Я могу управлять землей, могу делать речь. Очень интересно, ребят. Если понравилось видео, поставьте лайк и подписывайтесь.